Всем привет, дорогие друзья, с вами Моисей, и мы продолжаем играть в CCD Planet. Ну как продолжаем? Наверное, уже все-таки начинаем заново, уже огромный перерыв был. Ну как уже догнались по названию видоса, что там кипиш какой-то происходит, пойдемте посмотрим. В общем, я сегодня хочу подарить тачку подписчику, пока... О, кого-то остановили, ну и похуй. Пока выбор мой пал на RS5, в принципе я договорился, сейчас подъедем на ЕКХ ЛВ. Вот, ну, как обычно, мы заезжаем на КХЛВ, собственно. 5 FPS, блять. Это нормально. Короче, будем сегодня разыгрывать RS5. Моему будущему, собственно, подписчику. Так, где же этот товарищ? Как у него там ник-то был? Леха, Леха, ты где? Надо найти Леху. Так, вот, нет, не наша? Нет, это не Лех. Бля, Лех, ты где, ёб? Ну, ёбаный бобна, блядь. Леха, ты где? Я уже приехал. Бля, у меня ведь денег где-то... А, ну, там банкомат есть, в принципе, ничего страшного. Где Алексей наш? Я что-то его не вижу. У обмена. А, ну лады. Сейчас уберем сразу Мерса. Зачем нам полиция? Ой, какая. Ой, 39. Это... Чё, блядь? Можно, пожалуйста, не... Ну вот, собственно, такую сочную мы сегодня, собственно, наверное, и разыграем. Блядь, нахуй ты её убрал? Ладно, окей. Блядь, булочка. Булочка вообще, булочка. Ой, красивая тачка. Красивая. 5,5 за нее вообще не жалко, я считаю. Сейчас сниму. Сейчас бабку снимем, 5 миллионов нам надо. Раз, два, три. Раз, три. Чё, бля, в смысле счет у нас есть? Ты ебанутый, что ли, блядь? Значит, блядь, недостаточно. Ты бил, что ли, совсем? Так, 5. Ну, короче, 6, наверное, нам понадобится, потому что там еще налог будет. Раз, два, три. Вот, давайте. Отлично. Предлагаем Лехе обмен. Блядь, я не видел какой-то номер на ней. Наебал бы у меня. Ну ладно. Так, добавляем бабки. Сколько там получается? 5,5, правильно? Наличка. А, можно было не снимать, теперь банки, собственно, это все можно сделать. Ну да, наверное, S5 больше-то нет, S5. Сейчас, погоди, чувак, я еще кое-что сделаю. Я еще тебе сейчас отдам ижа, нахуй. Я, правда, не помню, считается или нет. Бля, я не помню, считается. У нас 4 машины. А кого точно не считается? И мопед не считается, а иж, наверное, считается, потому что 4... Да, и считается, все отлично, иж ему отдаем. И соглашаемся, собственно, на эту сделку. Че? Ты ебан, что ли, Лех? Лех, ты че? У меня 2 ижа. Да, у меня места нет просто. Блядь, ты серьезно, что ли, нахуй? Тебе не похуй вообще? Какая разница-то, блядь? Продашь ты его потом, да и все, ёпта. Лёх, ты чё, блядь? Так, короче, ладно, Лёха, давай. Давай, не страдай фигней. Давай, продай мне аудюшку твою. Раз прекрасно. Так, отдаем мы ему, значит, Юпитер. И добавляем позицию бабки. Сумма 5,5, правильно? Так, отлично. Наличными 5,5. Все, проверяем, чтобы все было четко. Все, меняем. S5. Все, класс. Обмен невозможно, Леха слишком много. А, блядь. Серьезно? Сука, ну ладно. Так, сейчас. Давай. Похуй, сейчас ему октавию дам. Типа, блядь, нельзя иметь одинаковых этих, что ли, машин? Ну, и не надо, если мы честно. Придется ему отдать октавию тоже. Ну уж ты извини, братан, я немножко скину, хотя бы соточку-то я, даже 300, 150 даже я скину. За окташу, ты уж ладно, не обессудь. Как бы октавия, блядь, все дела. Ладно, Леха понял, что типа октаж все дела. Так, все, заебись. Прошурли успешно, купили мы тачку. Надо, мне кажется, знаете, что делать? Надо потише звуки делать. Так, вот так вот. Ну что, товарищи, тачка есть? Audi S5. Вай какая. Блядь, да уйди нахуй с своим бедром, блядь. Audi S5. Бля, ебать, она сочная. И тебе, Алексей, удачи. Тачка бомба. Я думаю, только с ней какая-то беда с чипом. Что-то у него проблемы какие-то на чипе. Ёбаный бобна, блядь. Так, поедем мы сейчас сразу в СФ, потому что тут разыгрывать мне неинтересно, так как слишком что там, блядь, лагает. Некомфортно там играть. О, другое дело. Так, давайте оценим тачку. Чё по номеру? Ну, номер хуйня. Ну, в принципе, это не важно. Спереди вообще нет номера, кстати. Но согласитесь, выглядит она реально неплохо. Даже вот так я сейчас делаю. Да, неплохо. А что по салону? Нормально? Нет, крут. Крут. Очень даже крут. Я еще, если честно, ни разу не видел, чтобы кто-то разыгрывал тачку. Ну, на YouTube по-любому как кто-то разыграл. Я имею в виду, вот пока я играл на Сироке, я играю уже довольно-таки давно. Блять. Сука. Гениально, блять. Вот, играю я уже давно и ни разу не встречал человека, который просто бы разыграл тачку. Ну да, теперь мы ездим насквозь этих грузовиков. Наконец-то это... Тем временем, пока у нас есть 400 тысяч, будем создавать объявление. Типа объявление сначала накуплю, короче, сделаем, накуплю автомобиль. Так, подарю Audi S5. Жду EKH ЛСФ. Так, вот это мы сейчас скопируем. 30 минут. Теперь на покупку бизнеса. Ах, тебе это нужно для бизнеса? Так, теперь на продажу авто давайте то же самое сделаем. А, вы не можете выбрать больше 3 объявлений. Ну ладно, в принципе и то. Уже мы нормально себя зарекомендовали. Да почему моисет-то, блядь? Какой такой моисет? Что это за хуета, блядь? Почему? Что это за плес-то, блядь? Почему мне Моисей, а? Где теперь мне поменять этот ник ебучий? Хуй с ним, будем моисетом, блядь. Я ебу там моего. А, ну автор-то там будет Моисет, а тут-то все равно не будет Моисей. Ну, в принципе, нормально. Да, ну как вот сейчас грамотно это все сделать? Так что, ребят, мы сделаем включение, блядь. Ну, вы поняли, короче, это полный трэш происходит здесь. Так, ребята уже собрались. Так, ну что ж, пока вот нас 4. Но еще хотелось бы еще, конечно, ребят. Так, ну что ж, уже есть... Встаньте в ряд. Ебать, уже собрался народ. Уже есть, ребята. Уже, так, 5 есть. Так, 5 человек, да, получается, играет? Да, вроде... Ага, 6 человек. Блять, все... Блять, заебали. Так, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7. Так, 7 человек. Так, 7 человек. Блять. Так. Есть предложение. Сейчас считаем сумму цифр на номере. И тот, кто... получится по счету плюсов, победил. Так, сумма на номере, блять, номер 6, 7, 6, это получается 12 плюс 7, это 19. Сумма 19. Считаем 19. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять сначала 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Выиграл Вадика. Вадика, ты победил. Где Вадика, блядь? Где Вадика? Во. Вот он, победитель. Вот он. Так. Прошу за мной. Вадик победил. Ну чё, Вадика, поехали. Вадик, садись. Так, ну что ж, долгожданное вручение приза. Товарищ Вадик получает Audi S5, красненькую, клевую, совершенно бесплатно, потому что чисто рандомно получилось, что, собственно, все, ребят, готово. Без Б вообще, произвести обмен. Все круто. Все честно. Все честно, как и обещал. Так, ну что ж. Тачку я ему передал, как вы видите. Сейчас мы пойдем в эту толпу, если она, конечно, еще не разошлась. А, ну там уже, в принципе, почти все разошлись. А, ну хотя... Ну, кстати, iFresh остался. Так, ну что, все честно, ребят. Как бы, тачка его. Без Б. Все честно. Ну, собственно, те, кто не выиграл, естественно, будут немножечко волноваться, переживать. Это нормально. Ну что ж, сейчас мы покажем всем, что у нас есть бабки. И что, как бы, это все честно, и это нормально. Конечно же, Вагир открывается только, блядь, стекло. Спасибо. Так, ну что, ребята, на этом, наверное, видосик будет заканчиваться. Спасибо всем за просмотр. Такое будет почаще. Ну что ж, всем удачи. Давайте, пока.